Так или иначе, однако, здравствуйте. С вами Славос 55 и 7НМ 3000. Однако, здравствуйте. С вами Славос 55 и... С вами опять 7.55. И сегодня мы начинаем наше веселое прохождение в игре Scrap Mechanic Survival. Точнее, в Scrap Mechanic режиме Survival. А если быть точнее, то мы сейчас просто бьемся друг друга молотами. Это, скорее всего, прохождение забросится на серии, так второй. И обе серии будут записаны залпом. Если не на первый. Ну, говорю же, две серии будут записаны залпом, но контента будет настолько много. И вот как ты в прошлый раз озеро не заметил, а? Ответь ты мне, вон озеро. Как ты его в прошлый раз не заметил? Я в лице бегал, смотри. Тем более я сейчас махал молотком, и каждый клик моей мышки был слышен на записи. Ладно, пойдем это. Иди колхозника бей. А, вижу. Вон колхозник. Давай, иди сюда. Эй, это не тропка, да. Мой контейнер. Ты уже открыл кучу контейнеров, мне еды надо. Чё он ломает? Посевы. Похоже, молодец. Мёртв. У меня нету... Это, зачисти его руку. Руку его зачисти. Ох, так или иначе... Мне кажется, это наша победа. То, что мы сейчас вдвоем снимаем, потому что наконец-то ты вернулся к истокам и наконец-то снимаешь нормальными людьми. Отдай мне семена! Быстро отдал мне семена! Быстро! Блин. Так или иначе, машинку буду делать я, потому что у меня больше опыта, я сделаю более эффективную машинку. Look at this dude. Wait till you see the... No. Так, ну, я когда свое прохождение пересматривал, я понял кучу всякой фигни, которую мог подобрать, направив на мыши, но не догадался об этом сразу. А уточку взял? Да, уточку взял. Я взял нормальный, по всей видимости, сундук, который заметил. Это он еще не нормальный. И он еще не нормальный. По-моему, ничего не было, потому что я его сломал, и из него ничего не выпало. Возможно, ну да, он был пустой. Если бы в нем что-то было, ты бы его не смог сломать, ты бы его взял в руки просто. Иди, помоги мне дерево обработать. Иди это, я тебе дерево нарубил, обрабатывай его. Да, действительно. Ты молотком его побил, а мне тиши. Где много подходников? Точнее, где много металла можно найти. А я тебе не скажу. Почему? Потому что я альтернативно развитый. Звучит выдавал диагноз. Я знаю. Ищи ящики, нам нужно из колеса убить 4 колеса, чтобы колеса не крафтить. В ящиках может выпустить. А нет, не иди туда, это мое место. Почему? Через 4 минуты нападения будет. О, смотри, этот чер. На нафиг. С кем мне приходится работать? А что тебя смущает в том, что я избил колхозника, которого надо было побить ради металла? Ну, а хотя это неплохо, но я тебя попросил возвращаться, потому что у нас сейчас нападение будет. Я сейчас пойду. У меня выбило колесо. Молодец. Вот видишь, если бы я не пошел и не сломал этот ящичек, у меня бы не было второго. Понимаешь, я все равно после того, как я отбил бы нападение, я бы сюда все равно туда пошел, а тебя бы заставил добывать дерево. Я вижу. А вот. Один есть. Скорее всего, нету больше. Это были все. Что, серьезно? Так, все. Это все нападение. Это только первый уровень. Два зеленых паучка. Потом это растет до уровня, когда нападает 10 колхозников и 5 паучков. Я ожидал, что сейчас будут сейчас всю ночь придется отбиваться волнами, и будет пол тысячи. Иди, дерево ломай.
Я нечаянно ударил. Я нечаянно снова ударил дерево. Я нашел паука. Из него, если из него выпадает микросхема, мы в выигрыше. Из него выпадает микросхема. Все, иди сюда и отдавай мне ее. Ну сейчас, а что кстати говорят, зачем нужны коровы? Коровы? А если их покормить кукурузой, они дадут молока. Молоко нужно для рецептов клевых. Я просто нашел корову еще. Я нашел. Если рядом есть кукуруза, и из него также выпадает. Ты что? Юз? Что? Моё. Что ты там нашел? Ой, кукурузу, кстати говоря, нашел. Ну собери кукурузу, покорми корову. Я нашел кучу кукурузы и еще какой-то. А что ты там вздыхало такое клевое нашел? Из паука выпала голова, которая может звуки издавать. А, это. Я думал, что-то годное. Так это годно. Ладно, это годно, признаю. Так, как его кормить? Ну поставь прямо перед ней. Ешь. Когда это все закончится? Кстати говоря, откуда в корове стеклянная бутылка? Ладно, я не хочу знать. Я вот уже хотел тебе эссе рассказывать на тему того, что не надо воспринимать игры так серьезно. Зачем тебе два двигателя? На задний привод и на передний. Зачем? Потому что машина на таких колесах далеко не уедет. Скинь мне все твои трубы. Я буду сейчас эти делать. Колеса. Так, все, connection tool есть. Остальные трубы я скинул вот эту грузу. Возле кукурузы? А, еще вот туда. А еще скинь мне решетки. Решетку. А зачем тебе это все для connection tool? Не для connection tool, connection tool я уже сделал. Я буду машину делать. Мне бы тоже connection tool было бы неплохо скрафтить. Пока что нет, чуть позже. Так. Дай мне микросхему одну. Я пойду найду еще одного спальника паука. Вот тебе микросхема. Две, которые ты мне дал. Стой. Стой, а зачем тебе тогда нужна была? А, я нашел уже. Я же говорю. А, ну ладно, тогда я себе тоже connection tool сейчас крафчу сразу. Ты у меня... Подожди. Роботы. Много. Уже? Хотя нет, немного. Да, а тут несколько пауков. Я буду с этой стороны, ты на другую сторону иди, чтобы огород не дергали. Так, одного убил. Я двоих. Я тоже. Так, с одного выпала микросхема, а с второго... Нет, выпала микросхема, ты ее просто не собрал. Че, это все? Да. Все, теперь можно продолжать строить машину. И в принципе я могу сейчас убирать эти стенки, потому что мы отсюда уезжаем. За одно дерево получу, которого мне не хватает. Что, серьезно? Я что зря это делаю? Смотри, я сделал кораблик. Это доски необработанные? Да, это то, что из дерева выпадает. А еще меня лагает. Это мост. Смотри, я по нему могу ходить. А, давайте я буду помогать обрабатывать. Давай начинать уже. Сейчас уже поедем тогда.
Так еще не выросло. Так что проверить смогу ли я стоять на одной такой палке? А, точно, ускоритель роста. Я работаю с двух сторон. Да, Слава, это плод. Все, можно играть в раф. Че ты вздыхаешь? Да. Да. Так себе. А что будет дальше, вы увидите в следующей серии, если она выйдет в ближайшее время, если не алгебра. Поэтому, однако, до свидания.